Здоровье – самое дорогое и высшее благо, которое есть у человека. Именно с таких слов началась пресс-конференция, которая прошла в рамках профилактической акции, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Данное мероприятие – своеобразный старт масштабного проекта «Здоровый город», который в то же время является братом-близнецом аналогичного проекта «Здоровый поселок», ориентированный, в отличие от первого, на сельских жителей. Первым пунктом для осуществления оздоровительной миссии организаторы проекта выбрали микрорайон Ковалева. Такая акция у нас проводится впервые, так как у нас начался этот проект реализовываться только в этом году. Проект рассчитан на 5 лет, проект «Здоровый город». Это у нас такая стартовая акция для того, чтобы привлечь внимание жителей, ну, не только микрорайона Ковалева, но и города Бреста. Просто микрорайон Ковалева довольно молодой, развивающийся микрорайон, который имеет у себя ряд таких сооружений, в том числе вот как центр погребли, где легко собрать людей и легко всех заинтересовать. Пройти ультразвуковое обследование и сделать электрокардиограмму, измерить давление, проверить зрение, а также уровень холестерина в крови. Благодаря целому комплексу медицинских процедур у жителей микрорайона Ковалева была уникальная возможность проверить свое здоровье в рамках проекта «Здоровый город». Кроме этого, специалисты здравоохранения консультировали детей и взрослых по интересующим вопросам, а также информировали посетителей о том, как сохранить свое здоровье. На этой ярмарке участвуют 6 специалистов. Это врач-кардиолог, эндокринолог, врач-инфекционист, врач-акушер-гинеколог, офтальмолог и 12 медицинских работников среднего звена. Я уже успела проверить зрение, но мне оказалось очень хорошим, и измерить уровень сахара в крови тоже в норме. Поэтому я уверена в том, что у меня, в принципе, со здоровьем все хорошо, ну и очень полезное и нужное мероприятие. Сейчас планирую подойти к специалисту, кардиологу, и анализ УЗИ щитовидки планирую еще пройти. Как вы считаете, такие мероприятия очень полезны, нужны вообще? Ну, полезны, необходимы. Мы благодарны, что организовали нам такие условия, забота о нашем здоровье. Кроме своеобразной поликлиники на дому, у участников акции была возможность познакомиться и продегустировать продукты здорового питания ряда организаций нашего города, которые присоединились к профилактической акции. Планируется, что уже совсем скоро эстафету проекта «Здоровый город» микрорайон Ковалева передаст Востоку, где также будет проведен комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и здоровья населения.